Мне нельзя спать. А это значит, что в ближайшие часы я пройду все ужасы бессонницы, от шизофреничных игр до бесконечных поездов с аномалиями. Просыпаетесь, ребята, вы спали весь день. Я вот на самом деле не спал весь день. Кто-то оставил обогреватель включенным, и теперь он сломался. И что же мы будем с этим делать, интересно? Нам нужно починить его, иначе мы все замерзнем за ближайшую ночь. Если мы в процессе уснем, мы как раз таки, собственно говоря, и замерзнем. А, я уже могу присесть, точнее, прилечь и уснуть. Правда, вот я ноги уже потерял просто от того, что один раз уснул, поэтому нам категорически нельзя спать в этой игре. Мы должны найти 8 батареек. Я уже, кстати говоря, нашел 1, 2, 3. Смотрите, как я хорош. Так, 4, 5. Да я один тут практически все уже нашел. 6, 7, 8. Наверное, еще одна будет здесь. Нет, по этой лестнице я подняться не могу. Вот 7 и 8. А вот для чего мне остальные вот эти вот ребятки? Чего они здесь ходят, а? Они-то, почему ты ничего не делаешь? Вот у меня вот вопрос такой к тебе. Спасибо, да тебе спасибо. Теперь я все-таки могу пойти поспать, потому что я на самом деле не спал уже 2 суток. Спасибо, я пойду починю генератор. Оставайся здесь. Почему у тебя имя такое странное, мистер Цепь? Там кукурузный лабиринт я уже вижу. Нет, если я наткнусь хоть на один лабиринт, я сразу же, мгновенно закрою игру. Странно, что он сказал не ложиться нам спать. И странный крик был на фоне. 9:30 вечера. 30 минут спустя. Что ж произошло, да? Ну, видимо, мистер Цепь оказался, так сказать, скован. Ты слышишь крик, исходящий снаружи? Ребятки, вы слышали это? Да, слышали. Звучало так, как будто бы Цепь кричал. Давайте пойдем проверим, что ж с ним. И там опять написано «не спать». Окей, я отправляюсь к генератору, и, конечно же, мне вместо фонарика дали биту, но я зато могу дать своим тиммейтам по голове. Что здесь произошло, спрашивает Грег? О, боже мой, кто-то разлил кетчуп и раскидал батарейки, которые я так долго собирал. Я не знаю, но здесь есть записка. Не спать. А, прочитайте записку, у вас есть 7 секунд. Что за бред? Ну вот, я ее прочел. Что за бред? Как ее прочитать-то? Эй, да я прочел записку. Все, 0 секунд. Почему мы продолжаем не спать? Нам нужно возвращаться внутрь, это нехорошо. Нехорошо, что у нас такие страшные тиммейты. Опять страшные крики на улице. Ну, в принципе, типичный мой вечерочек на даче. Вы чувствуете усталость? Да я чувствую усталость уже последние 48 часов. Я просто хочу уже отрубиться поскорее. Но звук не дает тебе уснуть. Я так устал, говорит Марк. Но я боюсь спать после того, что произошло с Чейном. Да ты даже не знаешь, произошло ли с ним что-то или нет. Я бы вот на самом деле боялся спать в одном доме вот с ней. Ты ее видел вообще? Давайте просто уснем и в дневное время разберемся, что же произошло. Так мне сказали не спать ни в коем случае. Вы что, с ума сошли? Я не буду спать! Нет, еще 24 часа без сна челлендж. Так, ни в коем случае не засыпаем. Смотрите-ка, они тоже все встали. И... Классно. Я сказал, не делай спать. Так я и не спал. Никто не спал. Что за бред? И вообще? Кто я? И что я здесь делаю? Прямо сейчас мы это выясним вот в такой максимально странной и сюрреалистичной игре, которую я вам уже показывал в одном из последних роликов. И многие задались вопросом, действительно, кто я? Так, что это у нас такое? Иди через каждую дверь. Первая дверь у нас называется «Кто?». Так, окей, заходим в эту дверь и переходим в обби под названием «Кто?». Добро пожаловать. Здесь есть веселье. Видимо, я должен заходить реально в каждую дверь. Захожу в эту дверь. Теперь эту дверь «Добро пожаловать». И что-то нифига не добро и нифига не пожаловать. Что за бред здесь происходит? Вот кажется, эту игру можно, в принципе, анализировать и пытаться понять, какого вообще черта здесь происходит. Упаду-ка я вниз, и здесь ничего нет. Какое-то максимально странное пространство. Я даже не знаю, куда мне здесь двигаться. Я здесь не вижу никаких новых дверей. Я даже не понимаю, как мне выбраться отсюда. Вы видите где-нибудь дверь? А, по-моему, вон там. Вот там, по-моему, есть... А, нет, это не дверь, это гребаная палка. И здесь этих палок прям очень много. О, нифига я высоко прыгаю. Ну, и куда мне дальше идти? Давайте я тогда отправлюсь прямиком в Вальгаллу. И я опять появляюсь здесь. А, я могу выйти отсюда. Окей, выхожу. А, нет, выхода нет! И ты никогда не узнаешь, кто ты и почему ты играешь в эти странные игры в Роблоксе. Так, окей, запрыгну вот сюда. И...
мне это, собственно говоря, ничего не дало. Ага. О, вот сюда я могу запрыгнуть и зацепиться. Замечательно. А куда дальше-то? Я, по идее, могу прыгать от стен. Нет, это была единоразовая акция. Вот она дверь, вот она. Как до нее дойти-то? Я даже со своим огромным прыжком до туда никогда не доберусь. Мне, по идее, нужно запрыгнуть сначала наверх и потом сверху каким-то магическим образом уже справиться со всем этим. Ну ладно, пару вариантов у меня есть. К примеру, мы запрыгиваем вот сюда, а дальше, судя по всему, игру закрываем, потому что, ну, какие еще варианты? Я не настолько крутой паркурист, чтобы пройти вот это вот. Что здесь происходит? Возможно, на вопрос, кто я найду ответ в игре под названием «Выживите в прекрасных персиках в страшном особняке». Ладно. И мне уже, в принципе, нравится эта игра. Тут потрясающее аудиосопровождение, огромные уточки, здравствуйте. Сбежать нельзя, но скачки и несколько секретов. Ну, очень осмысленная и интеллектуальная игра, сразу видно. Игры, играйте в нашу новую игру, играйте вы, играйте, 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 играйте. А можно вообще как-то игру начать? Вот мне предлагают донат, предлагают уйти в другую игру. А, вот, видимо, у нас начинаются обе. Ага, ну и я сразу же оказался в лаве и в канаве. Замечательно, здесь есть кнопочка «Замуть». А, это, видимо, выключить музыку. А как начать игру-то? Где, собственно говоря, вход? Вот это вот обе, это и есть игра. А, господи, что за бредятина. Так, а, меня за жопу укусили, я развалился от этого. Какого черта? Окей, я должен избегать их. А, добавить вот этот вот предмет фаворитный. Не-не-не, спасибо, я как-нибудь обойдусь. Я не хочу добавлять ее в избранное. Так, давай, сбежать. Так от них невозможно сбежать. Что там за странные комнаты? И почему они так странно выглядят? И почему никто в этой игре не может ее пройти? Здесь есть феечка Винкс, и даже она не справляется со своими крыльями. О, вот они куда-то побежали. Смотрите-ка, мы можем их обмануть, наверное. Так, вот. Она выбежала туда. Она обманула их и смогла сбежать. О, я смогу зайти сюда. О, я зашел. Давай, сюда, наверх. А, нет. Так от них невозможно сбежать. О, там ур. Это Фредди Фазбер. Я бы понял, если бы в эту игру в Роблоксе играло пару человек. Но нет, это чертовски популярная игра. 11 человек только на этом сервере играет. И в эту игру пожертвовали 10 тысяч робуксов. Давайте вы мне под ролик пожертвуете 10 тысяч лайков, и этот бедный мопсик или кто это будет жить вместе с вот этим вот странным чувачком. Серьезно, вам, чтобы поставить лайк, нужно нажать одну кнопку. А в эту игру люди прям деньги отправляют. Вот на это вот. Почему? Эту игру посетило больше 1 000 000 человек. Я понял, что Роблокс — это психологический ужас, и из него сбежать нельзя. Ровно как сбежать нельзя из этой самой игры. Дайте угадаю, фонарик здесь платный, да? Стоп, что? Бесплатный фонарик в Роблоксе? Это реально? Окей, здесь есть какая-то записка. А, это рецепт доктора. А, ну я шизофреник. А, нет, у меня... Да, шизофрения. Класс! Игра даже скрывать не стала, что у меня шиза, а также депрессия и деменция. Видимо, я буду забывать, где я находился. В эту игру тоже можно пожертвовать деньги. Нет, спасибо, я бедный. Давайте мы, собственно говоря, пойдем прогуляемся за таблеточками. Какие-то крысы пробрались в мой дом. И еще там кто-то в моем доме есть, а я вроде один живу. Так, я могу проверить диван. Похоже, я оставил немного еды, и поэтому пришли крысы. Бегство нет, сбежать нельзя. Да я и не пытаюсь пока никуда сбежать. А я могу позвонить Джейн, это моя жена, я не буду ей звонить. Она будет ругаться, что я не принял Окей, я нашел молоток. Если что, я могу отбиваться от монстров, если они мне привидятся. Хотя я скорее себе разобью бошку. Это у нас ванная. А почему я гномик? Ручка двери выше меня. Вы представляете, насколько я крошечный? Ушел. Господи, мне померещилось, будто там монстр какой-то есть. Хотя я не удивлен, что здесь мне мерещится всякое. Я еще вижу там какой-то объект. Там кто-то был за углом. Я так обосрался! Мне повезло, что у меня штаны тоже оранжевые, как бы будет все сливаться. Она была здесь, я могу вспомнить. Она еще здесь, она не ушла. Это жена, что ли, наша была? Джейн, давай ты перестанешь меня пугать, потому что, ну, я уже обосрался. Я не хочу, чтобы весь дом вонял. Такой странный у меня дом, однако. И почему у меня дома какой-то монумент с книгой? Деревянная досточка, мы ее возьмем. Я могу
могу ее приколотить к чему-нибудь, если найду гвоздики. Это у нас что такое? Не совсем понятно. Странная книга. Моя цель — забаррикадировать вход для крыс. А, я понял. То есть я проснулся посреди ночи, чтобы заделать дырку для крыс? Вот мне больше делать нечего. Так у меня нету гвоздей. А, вот она, дырочка для крыс. Ремонтирую ее. Ой, мне кажется, за моей спиной сейчас кто-то появится. Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Что за звук такой? Та-дынь! Ей! Все хорошо. А я-то знаю, что нехорошо. Я должен пойти в ванную теперь. Окей. Вдруг опять кто-нибудь вылезет в коридоре? Мне срочно, вот очень срочно нужно принять свои пилюли, пока кто-нибудь опять не появился. Может, мне доктору своему позвонить? Так, окей. Заходим вот сюда. От ванной же нет ключика. Что происходит? Вот я поэтому и говорю, что пора принимать пилюли. Пора. Прямо сейчас. Что творится-то? А мы оказываемся в каком-то странном пространстве. Это похоже на коридор из кирпичей. И здесь ничего нет. Что это за место, спрашивает Джим. Джим, это если что, я. И я должен выбраться отсюда. Возьмите пистолет и стреляйте. Видимо, себе в голову, чтобы не мучиться от игр в Роблоксе. Вообще, игра очень атмосферная. И я уже несколько раз обосрался. Вы просто увидели только один раз. Вот еще раз я обосрался. Что это за срань, черт возьми? А где пистолет? Вы видите где-нибудь здесь пистолет? Рисунок какой-то. Это мой последний рисунок. Вы хотите сказать, что это я нарисовал? Ну, в принципе, я не удивлен, если мне подобная срань мерещится, что я вот такие вот рисунки странные рисую. Так, идем дальше. Ага, здесь... пистолет. Вы уверены? Да я чертовски уверен, что мне нужен пистолет. Ага, вы подобрали пистолет. Теперь я могу шмалять. Ну, и причем я могу шмалять как в себя, так и не в себя. Ну, я реально уже очень долго иду. Я иду, иду, и внезапно нахожу цветок. Ну, давайте мы их проверим. Это цветы с моей свадьбы. Как они здесь оказались? Не знаю, но звуки неприятные. О, мы сейчас окажемся, судя по всему, в другом коридоре, потому что у меня опять припадок шизы. Надеюсь, тот коридор будет посветлее. А, это моя свадьба, вот. Вот оно что. Окей, это странно. Видимо, с моей женой что-то не то. Этот день значит много для меня. Ну, в это я верю, правда. Зачем ты с пистолетом в своей шизе приперся на свою же свадьбу? Какая у тебя идея, чувачок? Я все еще помню, как пахли цветы в этот день. Ага. Замечательно. Что же произошло такого с моей женой, что она мне до сих пор не принесла пилюли? Я уверен, что я до сих пор лежу в своей кровати обосранный. Новое воспоминание разблокировано. Свадьба. Ну, мне осталось разблокировать еще 1000, судя по всему, воспоминаний. Я брожу здесь битый час и абсолютно ничего не происходит. Я уперся в невидимую стену, я оборачиваюсь и... Только не говорите мне, что я битый час шел не в ту сторону. Теперь я битый час шел в обратную сторону и опять наткнулся на цветы. Мне кажется, в этом коридоре больше ничего нового мы не увидим. Так, я нашел старую фотографию. О, это опять я и жена. Это 1998 год. Фотография сделана на камеру моего дедушки или отца. И он спрашивает, кто-нибудь здесь есть? А ты кого-то здесь видишь? О, еще одна старая фотография. Март 99-го. Это была первая машина Джейн. Кто ты такой? Да здесь же нет никого. Я не слышу ничего. Почему ты такая знакомая? А, он забыл свою жену. Она говорит, я нереальная. Так, что за... авария. Его жена попала в аварию. О чем ты говоришь? Ты говоришь со мной? Так вообще же никто не говорит. Это ментальный вальс по пути неизвестности. Разбитое стекло, хор отчаяния, билет в дурку. Я слышу здесь чьи-то шаги. Кто-то идет ко мне. Кто-то идет ко мне. Я слышу чьи-то шаги здесь. Кто-то двигается в мою сторону. Ответь мне, он говорит. Не надо мне отвечать. И не очень-то и хочется, если честно. Господи, это одна из самых страшных игр, в которую я играл, потому что ничего не происходит, но при этом происходит что-то. И что-то настолько непонятное, что ты даже не знаешь, что с этим делать. Просто хочется лечь и спать. А вы помните, что спать мне нельзя? А что за картиночка? Я не могу больше это терпеть. Так, не надо это все долго читать, потому что чем дольше вы будете оставаться на одном месте, тем больше вероятность, что вас съест вот этот вот монстр. Потому что она, судя по всему, попала в аварию и превратилась в монстра, который запирает меня в огромных, бесконечных коридорах шизы. А вот, собственно говоря, ее машина. Я так и знал. Так, исследуем обломки. О, здесь кровь внутри машины. Но я так и знал, что ничего хорошего ждать мне не стоит. Думаю, мне стоит прочитать номерной знак. Ой, это же номерной знак моей жены. Как, мать его, неожиданно. Он причем даже никак на это не отреагировал. Автомобильная авария. Воспоминание разблокировано.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я вот сейчас что-то видел, что-то слышал. И я хочу, чтобы этот ночной кошмар закончился. На самом деле, если вы не будете спать трое суток, примерно такой же бред вам будет сниться наяву, потому что вы будете настолько сильно хотеть спать, что уже не будете понимать, что есть реальность. И вот это вот, по-моему, не шибко-то реальность. Отсюда нет выхода, да? Здесь стена, и это у нас 10 вечера. Да я уже понял, что отсюда нет выхода. Еще вы мне предлагаете? Ой-ой-ой-ой, я должен защитить себя. Защитить себя от кого? От самого себя ты должен себя защитить. Шизофреник гребаный, таблетки бы принял, и все бы закончилось. Почему таблетки, блин, не принимаешь вовремя? Так, я же говорил. Вот он и принял свою главную таблетку. Джим Бёрк, причина смерти... Роскомнадзор. Он страдал от тяжелой шизофрении, депрессии и деменции. Предполагается, что у Джима был эпизод, который привел его к Роскомнадзору. Рядом похоронена его жена. Причина смерти — автомобильная авария. Бёрк всегда ее помнил. Вот он, мистер Бёрк, который просто забыл принять таблетки. Он не смог сбежать. Кто-нибудь из вас ожидал, когда открывал этот ролик, что мы дойдем до этого? Вы, наверное, думали, что сегодня будут только хихоньки да хахоньки, а вот нет. На самом деле, все, что вы видели, Бёрту лишь приснилось. Он устал по пути домой с работы, он просто ждал свой поезд в метро, попутно очутившись в не менее сюрреалистичном пространстве. Ох, замечательно, запомните все, что вы видите в вагоне номер 20. Ничего не... не упускайте из виду. Мы видим здесь бомжа, видим здесь клоуна, видим, собственно говоря, сиденье. Мы должны все отсканировать, видим, что какой-то чувак пропал, видим различные плакаты с девушкой и с масками. Так, видим, собственно говоря, дверь. Видим, как чувачок спит. Какие-то коробки странные. Еще какая-то дамочка у нас что-то печатает. Также у нас есть электрощиток и еще больше плакатов. Я реально должен запомнить вообще все это. Что здесь еще можно сканировать? Ага. Метро действует с января 2024 года. Это у нас безопасная поездка. Также вот этот переключатель мы отсканировали. Он выключен у нас. Еще какие-то три объекта я должен найти. А, еще один плакат. Лучше звоните Солу. Ну, конечно, а как иначе? Ага, также вот эту и вот эту штуку мы тоже должны отсканировать. Может, я вот здесь еще что-то не отсканировал? А, нет, все. Переходим к следующему вагону. Я уже, кстати говоря, из-за того, что ни хрена не спал, забыл все, что происходило в предыдущем вагоне. И есть ли здесь что-то странное? У него там подушка-передушка появилась, по-моему, ее не было. Коробки, все остальное у нас на месте. Ничегошеньки необычного я здесь, если честно, не вижу. Может, мы просто тогда пойдем дальше. Давайте проверим, насколько я внимательный. И я ошибся. Мы опять должны запоминать, что здесь расположено. Ладно, просто идем дальше. Никаких аномалий я здесь не увидел. Вот как необычно мы оказались в поезде с гребаными аномалиями. Они там, кстати говоря, были. Мы опять в 19-м вагоне, черт возьми. Так, а что необычного здесь происходит-то? Здесь все ровно, как и раньше. Ага, вот это совершенно, по-моему, ненормально. Знаете, пойдем домой, пойдем обратно. Прям выйдем из поезда. Замечательно. Первую аномалию мы с вами обнаружили. Ой, ну вот это тоже как-то, знаете, очень подозрительно, если честно. Погнали обратно. И мне нужно таким образом пройти не 8 аномалий, кто понял, тот понял, а целых 20. Так, ну здесь в основном аномалии, видимо, с различными плакатами. Либо с вот этой штукой. Короче, с крайне необычными вещами. Так, этот чувак все еще спит. Девочка все еще залипает. Но вряд ли будет прям еще одна аномалия подряд. Но лучше всего нам осмотреть вот эти вот плакаты на наличие всякой ерунды. Но вроде ничего интересного нет. Бомж спит. Клоун сидит. Давай попробуем пойти дальше. Я надеюсь, что я не обосрусь сейчас. И все будет правильно. Ой-о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 й. Так, ну здесь весь поезд как будто бы аномальный. Давай мы обратно пойдем. Там весь вагон — это одна большая аномалия. И мы уже прошли 5 вагонов вполне спокойненько. Здесь никаких аномалий замечено мной не было. Коробки на месте. Может, там глаза какие-нибудь? Нет, там был ксиколог. Дамочка все еще что-то пишет. И как будто бы это вполне себе обычный вагончик. Блин, если я вот сейчас обосрусь, это будет прям максимально неприятно. Пожалуйста, пусть это будет сейчас 14-й вагон. Я не могу в него попасть. Что происходит? Я слышу звук 14-го вагона, но я его не вижу. Как будто бы игра сломалась. Похоже, это главная аномалия этого ролика. Ну а если вы хотите, чтобы я наконец выспался, причем у себя дома, а не в метро, обязательно поставьте лайк, обязательно напишите в комменты, хотите ли вы еще больше игр с аномалиями. Ну и не забывайте, что с вами сегодня был Фокс Нео. Увидимся.